Жития святых святителя Дмитрия Рустовского. Месяц Юлий. Девятый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдание святого священномученика Кирилла, епископа Гуртинского. Святый Кирилл. Его же вера, як у злату искушену пред Богом обретеся, от Лукия и Гемона в Дикиево царство к жертвам идольским принуждаем бе. Той святый Кирилл, егда еще лете отрок бяше, уже совершен муж разумом быть и показывавшися, обучаше бы себе в добрых делях и на богоугуждение наставлявшися, и где-либо услышал обитающих угодников Божьих, оставляя родителей своих, прилепляшися им, дабы от них, слушая Божие Слово, в вере и в добродетели утверждался. Пришедшу же ему в мужа совершенно и поставлену бывшую епископу в Гуртине граде Критского острова, всегда и словом, и делом представляше себе образ добродетельного жития стаду своему, 50 лет управляя престол архиерейский. И когда вверенных себе в паству добре в Христове вере утверди, и многих от идолопоклонения к истинному Богу приведе, и уже бе в старости глубоцей, имей лет 84 от рождения своего, яд бысту ти гемона Лукия, и нудимый бяше принести жертву скверним их Богом. Но богодухновенный муж, Божие заповеди предлагая ему глаголоше, приносяй жертву не Богу истинному, но Богом чуждым, той потребиться. Глаголый гемон, пощади старость твою и поклонися нашим Богом. Утвешта святый Кирилл, не сама стар, ибо глаголит Господь мой, обновиться, як у орле юность твоя. А еже ты советуешь мне, и к часуму принуждаешь имя сего творить мне не лет есть. И гемон же рече, слышах тебе быть и мужа разумна и премудра, убо рассуди сам и почти боги наши, а ще хочешь избавитись от имущих быть и тебе мук. Утвешта Кирилл святые сицы, воистину разумен и премудр быть явлюсь я, когда то, че суму иных получаю словом, покажу делом во мне самом, прибыв в вере непоколебимой, в муках же непобедимой. И гемон рече, усмотри полезную старости твоей и буди едино с нами. Отвечта Кирилл святый, тогда полезное мне обря, что егда сим чадом моим обстоящим мя образ мужества и великодушия буду. Так унадолзе припирающимся им, егда святый Кирилл божественным писанием устане верного и неправедного судьи и загради, яко не возмущи ему единого словесе противо отвещати. И видей гемон то, яко в мале невес народ отвращается учением святаго от идолопоклонения их скверного, обращается же к истинному христианскому Богу. Тогда таковый на мученика издаде ответ. Кирилла несмысленного и безумного истребителя богов наших, живаго повелеваю огнем сужищи. Святый же угодник Божий Кирилл, ведомый на сужжение, идяше аки на пир, радуяся, и поя благодарственное пение Богу. Игда же придоша на то место, иде же бе огън уготованный, аби е ввержен бъйст святый мученик посреди пламени огненного, горящо же огню и друван в пепел обращающимся. Стоях у людей верни и хотящи благоговейно собрати оставшие си от огня кости, и се озреше угодника Божия цела и неврежденна среди огня сидяща, руце на небо воздевша. Таково е чудо увидевши идолопоклонники, страхом и удивлением бяха удержими, яко не точу самому угоднику Божию, но ниже одежда его прикоснуся огън. Таково огни у Русии прохладие го Дух Святый, понеже и он многих от огня Геенска го изхити учением своим, обратив от идолопоклонение к истинному Богу. Возвещено же то бъйсти гемону, яко епископ християнский Кирилл в огни жив и неврежден обретеся. И удивися и гемон тому попремного и повеля угодника Божия извече из огня представите себе. Увидев же его цела и здраво уже сеси и похвали християнского Бога сотворшего таковое чудо и отпусти мученика свободно. Верни же раб Христов Кирилл Святый, не преставаше проповедати Слово Божие, извествуя, яко тие и же веруют во истинного Бога, велием с довоздаяние в Царстве Небесном приимут. И так у многих от пути погибельного на путь спасения настави, сам же тужаше и плакаше неутешно, яко не сподоби се совершити страдания своего. Народ же его с велием прилежанием в сладост послушая,
Все единодушно и единомысленно к нему притекаху и ние поне издалече видите того желающие. Яко же бы от словеси го, сици от самого лицезрения го чаяху получите себе спасение и припадающие к ногам его глаголаху. Веруем в Бога Твоего, яко воистинно велиест возмогиите от огня спасти неврежденна. Он же веселя се духом о Господе, приимаше всех к нему притекающих, яко чедолюбиви отец, и претворяше их из синов тмы в сыни светене вечернего, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и глаголаше им, «Можайте се, чадца моя, и да крепит се сердце ваше, будите того верни и ръби в него же веровасте. Он же во всем помощник вам будет и подаст вам большая, неже вы получите у него чаете. Ибо ухо не слыша, и око не виде, и на сердце человеку не взойдоша тая же Богу готова любяща им его. Тако ему верних утверждающо, некто от идолопоклонников возвести гемону я же угодник Божий творит. И гемон же исполни все ярости и гнева рече, че со ради милосердство вахунем, почто из огня изведох его, почто моим мечем тогда абия не умертвих его, ныне обонижем мало потерплюемо. И даде вторици от такова и на угодника Божия смертни ответ. Кирила е Гожи из огня изведен на го праведни суд в живых бити не терпит, мечем убити повелеваю. Угодник же Божий услыша в такова и на ся суд, исполни се радости и прослави Христа Бога, яко удостои его бити общника страданий своих, и с весельем преклони главу свою под меч, им же въвъю ударен, предаде душу свою Господу в шестый идус Юлиев, ежест в десятий день Юлия. Декио велиних обладающо, Лукию же в гортине и гемонствующо, в нас же царствующо Господу нашему и Иисусу Христу, ему же слава во веки веков. Амин. Конец жития святаго свещеномученика Кирила Гортинского.